Фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» будут продолжать и развивать дальше. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. В этом году у масштабного культурного события рекордные показатели посещаемости – более 42 тысяч человек. А прямые трансляции концертов посмотрели около 500 000 зрителей. Посредством фестиваля привлекают внимание к древнему сибирскому городу. Глава региона отметил высокий туристический потенциал Тобольска. В город много вложено, мы видим большие перспективы. И с точки зрения туристической привлекательности, это, конечно, самый такой лакомый объект, самый такой важный и интересный. Заинтересовано в том, чтобы город Тобольск стал для жителей Тюмени таким городом выходного дня, когда можно приехать, отдохнуть с пользой, с интересом для себя. Тем более, что в ближайшие годы дорога будет четырехполосная, безопасная. Тут 2,5 часа в одну сторону, комфортно, легко, можем было бы добраться.